интерес в глазах, немного волнения. Для проживающих дома интерната выборы – большое событие. И не только благодаря возможности выразить свою гражданскую позицию. Это важный момент в рамках социокультурной реабилитации. Они же все из прошлого века родом, и все имеют такую активную позицию. Поэтому с удовольствием приходят на выборы, как на праздник. Мы для них организуем и музыку на двух этажах. До этого на собраниях мы рассказывали, информировали их, чему-то учили, как правильно заполнять это все бюллетени. Поэтому это очень важное событие для нас. Проживающие очень ответственно подходят к процедуре голосования. Выбирают и сердцем, и головой. Сегодня я проголосовал за людей, которых уважал и уважаю. И думаю, что они сделают нашу жизнь еще лучше, еще прекраснее. Здесь и так хорошо жить, но хорошо жить еще лучше. А еще особенно хорошо, что в условиях пандемии жителям интерната можно голосовать на дому, говорит руководитель Березняковского филиала Олег Колпаков. Ну, наверное, самое главное, правильно говорят, дома и стены помогают, учитывая, что люди пожилого возраста и большинство из них редко покидают территорию учреждения. Для них, конечно, это было бы определенным стрессом куда-то идти, там растерянность, непонимание, ну и прочее, прочее. Поэтому, когда они здесь в родных стенах, когда рядом знакомые лица, то, конечно же, они более спокойно голосуют. Люди всего мира боролись, а кое-где продолжают бороться за право быть услышанными, потому что понимают, как это важно для их города, да и государства в целом. А жители Березняковского дома-интерната в очередной раз доказывают нам, что никакие обстоятельства не могут этому помешать. Ольга Распановарева, Кирилл Яранцев, «Наши новости».